Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сейчас сезон капусты, а я очень люблю готовить с сезонными продуктами, поэтому у меня жареные пирожки с капустой. Как я только уже не готовила жареные пирожки, какие виды теста только не пробовала. И думала, что уже точно ничего нового я не узнаю, ничего нового у меня не получится. Но как же, друзья мои, я ошибалась. Я решила проэкспериментировать, и у меня получилось настолько обалденное тесто. И я очень рада, что в процессе готовки я записала точную граммовку. И с удовольствием делюсь рецептом с вами. Вы будете в полном восторге от этого теста. Оно настолько нежное, настолько приятное в работе и настолько вкусное. Пирожки не расклеиваются, прекрасно жарятся, не подгорают, никакая мука не горит на сковороде. Вы будете очень довольны. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии и за подписку. Ну а теперь приступаем! Точный список ингредиентов в описании. Готовим тесто. В миску добавляю 80 граммов муки, это примерно 3 столовые ложки с верхом, 2 столовые ложки сахара, а также 1 чайную ложку соли. Сюда же добавляю 3 столовых ложки растительного масла, у меня авокадное, но абсолютно не важно какое, вы можете брать любое растительное по вашему выбору. И теперь добавляю 250 мл крутого кипятка, вода только что вскипела. Добавляю кипяток и сразу же с помощью венчика хорошо перемешиваю. У вас получится вот такая вот примерно масса. Она может быть с комочками, не волнуйтесь, эти комочки потом обязательно разойдутся. Поэтому просто перемешайте, насколько это возможно. Вот примерно вот такая масса в результате получится. Теперь откладываю ее в сторону и дам ей остыть примерно на 15 минут. Тем временем в стакане соединяю 1 столовую ложку сухих дрожжей, 1 чайную ложку сахара и 120 мл теплой воды. Все перемешаю и оставлю дрожжи активироваться при комнатной температуре примерно на 10-15 минут. Дрожжи мои активировались, они прекрасно поднялись шапочкой. И теперь добавляю их в миску с остывшей заваркой. Также добавляю 2 желтка комнатной температуры и все перемешиваю. Вот такая вот масса у меня получилась. Всего для этого рецепта мне понадобится 550 грамм муки. 450 грамм я добавлю сейчас, 3 приема, добавляю и перемешиваю. А 100 грамм муки я уже буду добавлять непосредственно, когда буду работать с тестом на рабочей поверхности. Добавляю муку и перемешиваю. И вот такая вот масса у вас должна получиться. Теперь рабочую поверхность необходимо припылить мукой, вернее не припылить, а добавить ту муку, которая осталась. Осталось 100 грамм, я добавила 50 грамм и 50 добавлю чуть позже. Кладу тесто и начинаю замес. Замешиваю буквально где-то 5-7 минут руками, пока вся мука, какая есть у меня на рабочей поверхности, не вмешается в тесто. И высыпаю оставшиеся 50 грамм муки и продолжаю замес руками примерно еще 5-7 минут, пока вся мука не вмешается в тесто. Тесто очень приятное в работе, и вымешивать такое тесто не составляет никакого труда. Вот посмотрите, каким оно получилось. Тесто мягкое и слегка липнущее к рукам. И чтобы продолжить замес и не забивать тесто мукой, на ладонь я выливаю дополнительно 2 чайных ложки растительного масла, размазываю и продолжаю замес руками еще примерно где-то 2-3 минуты. Очень важно не забивать тесто мукой, потому что дополнительная мука только утяжелит тесто, и оно у вас не получится воздушным, поэтому даже если вам очень хочется добавить, остановите себя. Посмотрите, друзья, какое тесто у меня получилось.
слегка все-таки липнущие, но я не добавляю дополнительную муку. Теперь понадобится большая миска, потому что тесто очень хорошо увеличивается в объеме. Миску смажьте растительным маслом или сбрызните маслом-спреем, как у меня. Положите тесто, накройте пищевой пленкой. В моем случае это шапочка для душа, специально для хлеба я использую, чистенькая. И отправляю в теплое место на 1 час. А тем временем лук мелко нарежу, а капусту нашинкую. Понадобится 1 луковица и 1 килограмм капусты. На сковороде нагреваю 3 столовых ложки растительного масла. Добавляю мелко нарезанный лук и спассирую лук на среднем огне примерно 2 минуты до мягкости. Время от времени помешиваю. Затем добавляю нашинкованную капусту. Посолю примерно 1 чайная ложка соли и 3 чайные ложки молотого черного перца. Больше никаких специй я не добавляю. Перемешиваю и буду тушить под крышкой примерно где-то 12-15 минут. Зависит от сорта капусты и от вашего вкуса. Капуста должна быть мягкой. Вот примерно вот такая капусточка. Добавляю 1 чайную ложку сахара, все перемешиваю и продолжаю тушить примерно еще 2-3 минуты. Почему добавляю сахар? Для баланса вкуса. Начинку необходимо остудить. 1 час прошло, посмотрите, друзья, как хорошо поднялось мое тесто. Теперь рабочую поверхность я не припыляю мукой, я смазываю ее растительным маслом. Берите дополнительно, примерно где-то 1-2 чайных ложки. И теперь тесто необходимо немножечко обмять. Обминаю. И разрежу его на 18 ровных частей. Вы можете разрезать и на больше, и на меньше, в зависимости какого размера пирожки вы хотите приготовить. Каждый кусочек теста немножечко вот так вот обминаю, делаю лепешку. Кладу капустную начинку. Начинки я всегда кладу очень много. Мне нравится, чтобы в пирожках было много начинки. И посмотрите, друзья, что я сейчас делаю. Я скрепляю края, делая как бы вареник. И защипываю. Тесто настолько приятное, что переживать о том, что пирожки будут у вас разлепливаться, абсолютно не стоит. После того, как я сделала вареник, нужно немножечко пирожок приплюснуть. Вот таким вот образом. Как только вы сформовали 3-4 пирожка, то есть количество, которое у вас помещается на сковороде, сразу же их жарьте, не ждите, сразу же. На сковороде у меня уже нагрелось растительное масло. Я всегда бросаю маленький кусочек теста и проверяю, хорошо ли масло нагрелось. Очень важно жарить пирожки в хорошо нагретом растительном масле. Я нагрела на среднем огне. Теперь огонь чуть-чуть уменьшаю и жарю пирожки. Жарить буду под крышкой до золотистости с обеих сторон. Как только пирожки подзолотились с одной стороны, переворачиваю и продолжаю жарить под крышкой на огне чуть ниже среднего до золотистости. Пока жарятся эти пирожки, я формую другие и так по кругу. Обязательно положите пирожки на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Итого у меня получилось 18 достаточно больших пирожков. Такие пирожки можно готовить не только с капустной начинкой, но с любой сладкой или не сладкой начинкой. Попробуйте, друзья, вы будете в полном восторге, я вам обещаю. Вот серьезно, давно я не получала такого удовольствия от такого замечательного теста. Оно правда просто волшебное. И сейчас я вам покажу, какой пирожок внутри теста, такое мягусенькое, ну просто как пух, в прямом смысле этого слова. Попробуйте, друзья, и обязательно поделитесь этим рецептом с вашими друзьями, знакомыми, с родственниками. И пусть всем приносит этот рецепт удовольствие. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! До новых видео! Всем пока!